4 июня в Институте международных отношений КФУ состоялась встреча студентов с турецким писателем, режиссером, композитором и политическим деятелем Зульфу Ливанелли. В Казань он прибыл, чтобы рассказать публике о своей книге под названием «История моего брата». Всякий раз, когда выходит новая книга, я путешествую, встречаюсь с издателями, критиками, читателями. И как раз сейчас вышла моя книга на русском языке, которую замечательно перевела Аполлинария Аврутина, поэтому мы сегодня здесь ее вам представляем. Я рад, что нахожусь сегодня в Казанском университете, потому что это всемирно известный университет. Я действительно счастлив, что меня принимают здесь. История моего брата повествует о необычном журналистском расследовании. Каждая деталь в этой истории имеет значение, а вымысел часто переплетается с реальностью, чтобы поразить читателя как можно больше. В тот год, когда эта книга вышла, она побила все рекорды продаж. Было продано 500 000 экземпляров, а основными покупателями оказались в основном студенты. Молодежь действительно полюбила эту книгу. Встреча с Зульфу Ливанелли в Казани состоялась в рамках его тура по российским столицам. Уже завтра турецкий писатель отправится в Петербург, где продолжит знакомить русских читателей со своим творчеством. Дмитрий Гомжин, Владимир Нелюбин, Универньюз.